Пум! Всем привет! Сегодня я хочу раздать номерки участникам, тем, кто принял участие в отгадывании загадки. Правило у нас, как всегда, главное участие. Итак, номер 572 получает у нас банкноты и монеты, Игорь. Номер 573, коллекция монет. 574, Сергей Воронин. 575, монеты нумизматикс. 576, Лия 13. 577, Влад Волошин. 578, Деревня 22 Рус. 579, Гусен Магомедов. 580, Южная коллекция. 581, Виталик. 582, монеты мое хобби. Мухит. 583, Роман Пакуля. 584, Денис Кузнецов. 585, Андрей Козлов. 586, Димон 63 монета. 587, RB. 588, Алих Ико. 589, Магомед Межидов. 590, Христофор Акопянс. 591, Ирина Синюкова. 592, Нумизмат на Дону. 593, Светлана Трушина. 594, Алексей Алексеев. 595, Кристиан Малиновский. 596, Арсен Эгриян. 597, Андрей Безруков. 598, Лев 713. 599, Сергей Дубровин. 600, Юрий Пятышев. 601, Алексей Варин. 602, Александр Якимчук. 603, Евгений Бачурин. 604, Михаил Дороднов. 605, Ник Цимбулов. 606, Нумизматика и не только. 607, Биби Машина. 608, Сергей Лянченко. 609, Дмитрий Мотин. 610, Байкальский коллекционер. 611, Марат Зайдулин. 612, Александр Тененбаум. 613, Дмитрий Тупиков. 614, Сергей Рогожников. 615, Нумизмат ЕКБ. 616, Екатерина Сорокина. 617, Нумизмат 55 Рус. 618, Данил Басков. 619, Евгений Гайдай. 620, Илья Толкушкин. 621, Сергей Клюев. 622, Руслан Скар. 623, Олег Юрин. 624, Николай Воробьев. 625, Нумизматика моя коллекция. 626, Монета Нумизматикс. Монета Нумизматика, это брат Руслана. 627, Валерий Пуга. Если я кого-то забыл назвать, сообщите мне об этом обязательно. А сейчас я хочу разыграть вот эту монету. Это у нас новый квотер, совсем недавно только вышел. 2019 года, «Война в Тихом океане» называется. Так, монетный двор Денвер. Вот эту монету мы сейчас разыграем. Если победитель будет проживать в России, он получит именно эту монету. Если в Украине, то какую-нибудь другую монету от канала «История в монете». Если в какой-либо другой стране, вы можете подарить данный квотер или родственникам, проживающим в России, или дружественным каналам из России, или тем, кто смогут привезти в вашу страну данную монету. Так, желаю всем удачи. У нас 627 участников. Сейчас я поставлю. Так, минимум один, максимум 627. Так, вот видно, да, я ввел. Ссылочку на канал Сергея я оставлю в описании. Он сделал интересный ответ. Посмотрите, пожалуйста, по прошлой загадке. Итак, кому же достанется этот квотер? Поехали. И выигрывает у нас участник под номером 174. Сейчас посмотрим, кто у нас счастливчик. Под номером 174 у нас. Кто же это может быть? Александр Тененбаум. Поздравляю, Александр. Жду от вас письма на электронную почту или ВКонтакте, ну или в комментариях. Можете написать в течение недели. И тогда
этот квотер достанется вам. Все, поздравляем, Александр. Спасибо, друзья, всем за внимание. Участвуйте в отгадывании загадок. Все, всем пока.